Монолитный дом в Бестужевском, 160 квадратных метров. Участок 5 сотых земли. Участочек у нас абсолютно ровненький. Сделана отсыпочка для того, чтобы парковали машины. Плодоносящий инжир. Пойдемте внутрь. В доме у нас два жилых этажа и один цокольный. Дом в черновой отделке. Свободная планировка. Монолитные перекрытия, 9 свай, на 2 метра зашли в аргелит. Вид на Олимпийский парк с первого этажа, но сейчас пасмурно, не видно. Стекла с напылением от ультрафиолета, потому что дом у нас находится на солнечной стороне. Выделен санузел, заведена вода, канализация, свет. Монолитные перекрытия второго этажа. Также свободная планировка на втором этаже, два балкона, выделено место под санузел. Вот так получается выглядит наш двор сверху. И вот получается у нас второй балкон. Сюда видно немножечко горы, Олимпийский парк. Вот так у нас газончик выглядит. Классно, здорово. Монолитные перекрытия сверху, между первым и вторым этажом. И плита первого этажа. Пойдемте покажу цоколь. И у нас есть цокольное помещение, 20 квадратных метров, два окошечка для вентиляции. Такое классное у нас предложение.